Продолжаются ремонтные работы в городе. В Шимановске пахнет горячим асфальтом, город пестрит дорожными ремонтными знаками. Улица Пушкина в крестьянском поселке давно ждала нового асфальта. И вот рабочие с лопатами и могучие катки взялись за дело. Перекресток Орджоникидзе-Октябрьская. В центре города этот участок пыльной щебневой дороги был настоящим грязным пятном. Вот руки ремонтников дошли и до него. А вот на улице Заречная, что в районе аэропорта, чисто и уютно, хоть и нет асфальта. И более того, сейчас в муниципалитете у улицы хозяев нет. Но, как обещал исполняющий обязанности мэра города, все решится в скором будущем. А пока сами жители улицы заботятся о ее чистоте и порядке. Александр Заречный, Антон Сиротов, Леонид Косован. Специально для Шимановского телевидения.